Приветствую вас, Мария, и буду с вами откровенен. За один ответ на ваш вопрос ничего не сделать. Нужна серия консультаций, вот, скорее всего, не одна, вот. Хотя бы вот за время каникул, чтобы вы поработали с психологом и нашли причины своего такого самочувствия. Значит, что вижу я? Что вижу я? Я, конечно, не знаю, для чего вы поступили на медицинский и в чем именно проявляется или проявлялась, или проявляется ваша мечта, то есть, ну, то есть, о чем конкретно вы мечтали, вот, этого я не знаю, безусловно. Но однозначно я думаю, что вы пытаетесь оправдать чьи-то ожидания. Вы пытаетесь оправдать чьи-то ожидания, вы пытаетесь, грубо говоря, действовать не в своих интересах. Вот. И это очень сильно вам мешает. Мешает настолько, что вот вы, в общем и целом, даже уже не хотите ничего. Что, конечно, тоже весьма больно бьет по вам. Вопрос. Понимаете? Вопрос. Если вы учитесь для себя, вот, то к чему такие жертвы? Вот. Если вы учитесь для себя. Почему вас так волнуют оценки? Ведь самое главное – повышение навыка. Вот. Самое главное – получение знаний. А вас волнуют оценки. Вас волнует результат. Вас волнует сдача. Отчисление. И так далее. Вот откуда это у вас? Понимаете? Вот это то, над чем вам нужно поработать. И изменить немножечко свои представления об этих аспектах. Вот. Понимаете? И тогда вы сможете учиться куда лучше. Тогда вы сможете заниматься этим куда лучше, куда более непринужденно, чем сейчас вы это делаете. Понимаете, какая история? И вот вопрос, весь вопрос в том, готовы ли вы исследовать это?
готовы ли вы работать над этим, понимаете? Вот. Если да, то записывайтесь на консультацию и начнем разбираться. Если нет, то я боюсь, что вы так и будете страдать и, собственно, постоянно будете преодолевать. Вот. Так что выбирайте, как вы будете дальше жить, пусть этот выбор станет первым шагом на пути к новой жизни вашей, вот. А мы готовы будем вам в этом помочь. То есть подумайте еще раз, для себя ли вы это делаете, или для других, чьи ожидания и по какой причине вы пытаетесь оправдать. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!